Всем привет на другой жизни. Вот и добрались мы наконец-то до Ярославских угодий. Времени пока немного, ну майские через неделю, там уже, я надеюсь, конечно, оторвем душу. Сегодня, конечно, в леса не пойдем, и времени нет, клеща, тьма. Обработались альфа-циперметрином, кто не знает, все средства, которые действительно помогают от клеща, должны содержать циперметрин или альфа-циперметрин. Смотрите, читайте. В интернетах реально помогает, он убивает клеща. Так, сегодня походим по домонгольским полям, так нашим называемым. Понятно, что здесь все собрано-пересобрано. Но кто смотрит канал, в конце года того мы, по сути, завершили. Последний наш выход был того 2021 года. Я заехал сюда, на это поле с Любой. И нам самой последней находкой дали чудесный крестик. Видео вот в уголочке будет, я прикреплю. Вот как раз с той находкой. Походим здесь, залезем в несколько укромных таких местечек, которые можно посетить только в это время. То есть, грубо говоря, я боюсь, что уже на майский, когда трава уже начинает вставать, уже все, хана, плюс еще и клещ. Так что вот сегодня единственный момент. Завтра еще у нас там пару мест есть, куда мы тоже заедем. То есть у нас завтра еще полдня есть, мы уедем обратно в Москву. Пчелу проверили, раи живут, работают. Все с пыльцой сейчас на данный момент. Ну, чему мы, в общем-то, и рады. Пойдемте погуляем. Друзья, прошли мы метров 100, наверное. Ну так, глубокое железо проверяешь и прочее, прочее, прочее. Вот и о чем хочу я поведать. Кроты, мыши и все остальное. Вот куча норок. И вот в одной из норок, прям сверху, пи-пи-пи, прям я пином достал. Покажу первую находочку. Понятно, что их здесь тьма не будет. Но где она? Ага. Вот сейчас сниму прям на этом. Опа. О, половинка ложного витого кольца. 11-13 века. Жалко, не целые. У нас их много, но находка очень зачетная. Была бы. Ну так на запчасти пойдет. Почему бы и нет. А еще на этом поле мне нравится камушки собирать. Всякие разные. Тут красивых уйма. Их вообще здесь очень камней много. Вот, ну и всякие маленькие. Такие горки из них выкладываю. Так, друзья, спустились вниз. Внизу нашел еще какой-то обломочек. Ну, потом покажу в конце. Просто обломочек. Ну и тут у нас, наверное, находка сезона. Не сезона, но это просто что-то с чем-то. Смотрите, какая штука. Сейчас будем, ну, когда уже приедем, будем смотреть, какие... Ну, короче, это серебро. Если это домонгол или хотя бы тех времен, какой-нибудь удел или что-нибудь такое, да, там 15 век, ну, это просто бомба. Смотрите. Она целая, даже с кольцом. Охренеть. Ну, мы уже потом посмотрим, ну, по картиночкам поищем, посмотрим, что это такое. Не, ну понятно, что это такое, это понятно, как бы, да, как какие-то годы. Но это старая штуковина, очень. Зеленый какой-то окись, почему мы как бы задумались, может быть, это медь посеребренная, да нет. Уж просто болезнь. Ну, вот как бывает, ну, серебряную монету достаешь, она в зеленый такой, в зеленке. Офигеть, шел. Железки, железки, железки. Какой-то отцвет. Думал, железяка на нацвечу. Думаю, дай копну. И задребезжала сверху. Я думаю, ох как! Вот такая вот штука. Ну тут огнище. Здесь еще будем крутиться. И вот туда за овраг пойдем. Опасно, конечно, там клещей. Вот про что я и говорил. Вот только сейчас нам
есть возможность туда попасть. Потому что через неделю там уже будет травень по пояс. И вот так вот. Продолжаем подниматься на горку. Сейчас сюда зашли. Здесь газовщики прорыли, сделали накат еще, по-моему, год назад, что ли, да? Или два. Я уж не помню. Да, вот нам надо, короче, по накату спуститься и попасть на ту сторону, чтобы сейчас через чепужатник не лез через этот. Там враг. Там клещи. И вот такая пуговка. Я думал, что это, мягко говоря, пробка почему-то. Бухарский дирхим. Сейчас фокусируем. Чуть не вижу. О. О. Вот такая гирька. Ну, обломанное ушко, к сожалению. Да. Красивая была. В коллекцию. А вот здесь с краю. Реально думал, пробка. Пробка извинила. Странно, они обычно так не звенят. Может, сверху валялся. А может, за зиму от сигналов отвык. Сейчас будем все нервы щекотать по траве вон там. Перелезли через овраг, как я вам говорил. Прошли сейчас аккуратно. Вроде пока никого на себя не понацепляли. Ну, набрызгаться, набрызгались, но все равно цепляешь, они пти... Ой, ё-моё, идут. Чуть не упал. Я закапываю. Так еще пока не закопал. О, бабочки-лимонницы, шмели. Ну, короче, вот. Сопутка-то. Ножички. Ну, по-разному бывает. Вот находите такие ножички, вот такие вот, они уточные, ну вот, они похожие всегда. Вот это сопутка тех времен. Где-то что-то было. Всегда ищите рядом. Потому что здесь год-два назад вот на этом пятаке уйму находок нашли. Прям вот буквально. Ну вот. Метров 5, наверное, квадратных. Может, побольше чуть-чуть, 10. Там наконечник. Здесь, по-моему, височное кольцо где-то вот тут. Значит, находки тут были. Сейчас пошастаем здесь немножко, пока есть вот возможность, как я и говорил, прибор упал. Потому что потом будет швах. Это все вот поднимается, все. Здесь никто никогда ничего не делает. Эти все. Редколесьем вот этим заросло мелким. Черный? А? Да, только он у меня бьет 8-9. Это очень большой для черного сигнал. Ну. Обычно 6-7. Ну посмотри, мало ли какой. Ладно, покажем, если что-нибудь. Мы как бы сейчас здесь полазим, вот наверх туда сходим. Потом еще туда вернемся, на поле. Мы сегодня тоже много не проходим. Сколько? Часа три ходим, уже руки-ноги болят. С зимы, конечно, отходить. Ну давайте покажу вам онлайн, что ли, господи. Коль включился-то. Да не знаю. Ну какая-то железяка. Может быть современная, но какой-то странный сигнал. В том году с Люб здесь шли тоже, где-то еще снег лежал. Она здесь тетерку или повыше чуть-чуть, тетерку спугнула прямо с-под ног, с гнезда. Ну, не заметили. Такие чернинки мы собираем, они интересные. Ну и где они? Что, горячие камни? Да ну нет. Ну, девятка. Есть. А, девятка? А, девятка, это же это, новенький, по-моему, может такое быть. Да. Горячий камень. Самый, да? Да? Вот так вот. Небо обалденное, смотрите. И какая-то тарахтелка. И какая-то тарахтелка летит, да. Продолжаем разговор. Здесь еще искать сложно достаточно. Вот убрать бы эти деревья. Здесь, я думаю, уверен, что много бы еще повылазило. Ну, под этими деревьями. Да, да, да. Вертолет. Ну да. Такого не видно. Так, яму закапываем, мы идем. Ямку не успел закопать еще. Ногой одной начал закапывать, второй, ну, и прибором дрыгнул. И рядом. Очередной зачет. Покажу, да еще патина-то какая, сейчас приближу. Элемент подвески. На нем вешались всякие гусиные лапки, всякие штучки. Ну, короче, как
Короче, элемент подвески. Сейчас фотку прикреплю, чтобы вы знали. Патина прям как перламутровая блестит. Ух, красавица. Ничего здесь не было. Корнями выдавливает. Ножичек, говорит, глубоко был. Нет, наверное, штык, может, даже побольше. И вот эта мелочевка вся на такой же глубине лежит. Фиг ты ее заметишь. Корнями дуванет. Вот и все. Ну, корни, слава богу, тут есть. Сейчас, друзья, находки продолжаются. Вот здесь эта штучка, висюлька. Дальше шумелка, ну, сломанная чуть-чуть. Патина похожая на ту. Потому что она на ней висела. Вот здесь второе ушко должно быть. Ну, вот как подвесочка такая. А дальше вот эта штука. Вполне вероятно. Очень глубоко для вот этих находок. Прям на пределе. Цветной и черный. Так, вылезли сейчас из кустов наверх. Пока тишина. Только вон лосиный горох. Больше пока ничего. И клещ куда-то пропал. Здесь наверху. Короче говоря, вот такая находка. Очень что-то знакомое. Но не могу вспомнить, что это такое. Ребят, кто помнит или знает, напишите в комментариях. Вот. Там что-то еще звенит. Если сейчас найдем. Нет? Это отзывы. Ну, короче, вот такая фитюлина. Ну что, возвращаемся вниз уже. Все. Силы начинают нас покидать с непривычки. Но мы еще пока не сдаемся. Находились. 4,5 часа сегодня. Все, ноги не идут. С непривычки. И руки не машут. Отчет традиционный. Вот сегодня все, что наковыряли. Ну, в принципе, до монголу это даже очень. Ножички, крючок какой-то, пуга-гирька, капаушку какую-то я нашел обломанную. Это классные две штуки. Ну и вот это вообще зачет. Подвесочка. Я думаю, что мы вы уже видели примерные фотки. И два горшка осколка керамики. Такие вот. Был бы здесь какой-нибудь картофельник, ну, грубо говоря, барана такая ровная бывает. Здесь глазами можно много интересного чего найти. Такого керамического, этого, глиняного, всякого стеклянного. Вот так. Ну, так это я образно. Короче, откланиваемся. Спасибо, что с нами гуляли. Вот такой сегодня был небольшой выход по Домонголу. Всем здоровья в такой прекрасный солнечный день. И пока.